Легальное программное обеспечение, защита данных. Министерство образования подписало меморандум о сотрудничестве с корпорацией Microsoft, признанным лидером в своем сегменте. Условия беспрецедентные. Лицензированное ПО получат не компьютеры, а сотрудники учебных заведений. Офисный пакет они могут установить на 5 стационарных и 5 мобильных устройств. Предполагается, что доступ к легальным продуктам компании получат не только педагоги и ученики, но даже их родители. Скидка для вузов 45%, для школ 70%, а за некоторые позиции придется заплатить и вовсе 5% от обычной стоимости. Недавний мониторинг показал, 7 из 10 интернет-магазинов продают гаджеты с нелицензированным программным обеспечением. Когда у нас это соглашение покроет все наши учебные заведения, у нас в стране не останется, можно сказать так, нелегальных офисов. Да? То есть абсолютно каждый родитель ученика, который учится в школе, будет иметь возможность легально использовать наши продукты. Что немаловажно, это не только, собственно, софт, а это еще огромный спектр дополнительных услуг. Ну, например, в рамках облачных технологий это предоставление по специальным ценам специального пространства, где будет храниться информация. И, естественно, вот после подписания этого соглашения мы каким-то образом должны пересмотреть даже вот сущность содержания учебных планов по предметам информатика в школе. Дистанционное обучение, электронные документы оборота, обмен большими объемами информации через онлайн-хранилище, облака. Возможности системы образования расширяются. При этом Microsoft гарантирует, утечка данных исключена.